Лиричная улица Лагранжа и авангардная работа Александра Родченко в Кирове. Завтра в галерее «Прогресса» открываются две выставки этих известных отечественных фотохудожников. Легенда и классика советской фотографии Владимир Лагранж через объектив наблюдал за миром. Мастер отказался от постановочных застылых кадров. На его фотографиях будни обычного человека с нотками свободы, романтики и беспечности детства. В экспозицию выдающегося художника Александра Родченко вошли фотографии Владимира Маяковского, Лилии и Осипа Брик, архитектурные съемки и репортажи. Работы Родченко известны новаторскими приемами. Автор снимал с непривычного ракурса, применял двойную экспозицию, работал со световыми контрастами. Выставки будут открыты в галерее «Прогресса» до 21 августа.